Здравствуйте! Вы смотрите новости компании Life is Good. В студии Ольга Каминская. Сегодня в выпуске. Риторика в регионах. Обучающие семинары в Санкт-Петербурге и Ялте. Курортная история. Квартира в Сочи для пайщицы ЖК «Бествей» Светланы Бегловой. Балтийский форум. Специальный репортаж о ходе подготовительных работ. Ведется отработка и согласование конкретных деталей предстоящего мероприятия. В рамках партнерства с Международной бизнес-академией IBA в холдинге Life is Good построена система образования, не имеющая аналогов в MLM-индустрии. Ее эффективность наглядно подтверждают уникальные темпы роста компании. По всей России и в зарубежных странах проводятся обучающие мероприятия, в том числе риторики. С 24 по 26 июня в живописном поселке Рощино вблизи Санкт-Петербурга проходила очередная риторика. На обучение были приглашены 37 партнеров холдинга, а в качестве спикеров выступили 5 директоров Life is Good – Любовь Мурсаикова, Анна Орлова, Денис Шишко, Вячеслав Короткевич, Евгений Чайчук. Компания растет такими темпами, с такой скоростью, что реально мы той спикерской командой, которая сложилась в самом начале, в первый год, уже просто не успеваем даже просто объехать эти регионы. И поэтому нам пришлось создать отдельное специальное такое мероприятие, на котором мы сертифицируем наших директоров, которые получают такой диплом бизнес-тренера и берут на себя задачу проводить уже в своих регионах со своими командами риторику 1, базовые семинары и лидерское обучение ЛС-1. Знания, полученные на риторике, призваны стать драйвером карьерного роста партнеров, привести к увеличению их личных продаж, способствовать росту структуры. За этот год мы планируем, что через все риторики в общем сложности должно пройти около 800 человек. Мы помогаем людям научиться правильно задавать вопросы, правильно вести беседу, эффективно закрывать сделку. И это в ближайшем будущем абсолютно точно у каждого из этих людей появится в виде их гонораров, в виде их роста квалификации. С 20 по 22 июня риторика также проходила в Ялте, Республике Крым. Для участия в мероприятии на побережье Черного моря приехали 15 партнеров Life is Good. Я закрыла третий карьерный уровень и была приглашена на обучение на риторику. Атмосфера на риторике была просто отличная. Эмоции захлестывали. Спикерами риторики выступили топ-лидеры холдинга. Директора Лилия Щербакова, Неля Джен, Александр Джен. Спикеры, люди известные люди, профессионалы своего дела. Информация для меня очень много новой была. Информация очень полезная. Конечно, я вижу, насколько рост наших сотрудников с каждым разом все лучше и лучше. Если раньше нужно было очень много времени потратить, то сейчас буквально 2-3 совета, и они уже выступают как опытные лекторы. Ласковое море, теплый климат, великолепная природа. Благодаря программе жилищной кооперации «Бествей» давняя мечта Светланы Бегловой жить на морском побережье стала реальностью. Она переехала в уютную квартиру в центральной части Сочи. О деятельности ЖК «Бествей» мне рассказала Любовь Федоровна Мурсаикова, мой непосредственный руководитель, директор. Она рассказала о том, что можно купить квартиру, дом на море. В Москве, в Санкт-Петербурге. Новое жилье Светланы расположено в элитном доме бизнес-класса. На территории комплекса имеется вся необходимая инфраструктура для комфортного и беззаботного проживания. Квартира однокомнатная, ее общая площадь 35 квадратных метров. Это жилье для нас с дочерью. Мы будем здесь жить. Дом с богатой инфраструктурой, красивый внешний вид, внутри как в каком-то прекрасном отеле. Мы поражаемся и каждый день просыпаемся, удивляемся, правда ли мы живем в таком красивом месте. Я давно мечтала жить на море. Мечта с детства. Приближается одно из главных событий в жизни холдинга. С 17 по 19 августа 2018 года в Санкт-Петербурге будет проходить Балтийский форум «Life is Good». Важно отметить, что международный базовый семинар сменил прописку и переехал в отель, расположенный в центре северной столицы.
В этом году местом проведения форума стал респектабельный Азимут отель Санкт-Петербург. На сегодняшний день основная часть подготовительных работ уже позади. Ведется отработка и согласование конкретных деталей предстоящего мероприятия. Накануне состоялась рабочая встреча представителя отеля «Азимут» с руководством холдинга, исполнительным директором Анной Высоцкой и советником президента «Life is Good» Евгением Чайчуком. Проведение МБС на новой площадке требует от организаторов повышенного внимания ко всем орг-вопросам. Сегодня мы ожидаем, что в форуме примет участие порядка 500 человек. Что касается географии, то приедет вся Россия, приедет Казахстан, Киргизия и наши партнеры из Европы и других стран. Количество участников у нас увеличилось в разы, и те отели, которые принимали нас раньше, просто не в состоянии нас принять сегодня. В преддверии МБС 17 августа в Летнем дворце состоится игра «Что, где, когда». Уже по традиции главным судьей интеллектуального шоу выступит официальный партнер Life is Good Александр Друзь. 18 и 19 августа деловая часть форума будет проходить в формате конвенции. Свои истории успеха представят топ-лидеры холдинга. Состоится выступление президента Life is Good Романа Василенко. А завершением Балтийского форума станет грандиозный гала-ужин. Уважаемые партнеры! Приглашаю вас принять участие в знаковом событии компании «Балтийский форум», которое пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 августа и в котором примет участие президент нашего холдинга Роман Василенко. На сегодня это вся информация. Следите за новостями компании на нашем видеоканале «Life is Good» на портале YouTube и в социальных сетях. Также все выпуски новостей доступны на официальном сайте компании. Жизнь прекрасна. Будьте с нами.